Дождливый понедельник у самолета По-2, памятника подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба, людно. Почтить память героев неба собрались представители окружной администрации, лидеры общественного мнения, ветераны, волонтеры, юнормейцы и школьники. Несмотря на такую погоду, все вместе собрались и будем возлагать цветы. Я считаю, это очень важно, потому что это память, и это очень хорошо, что люди об этом помнят. День военно-воздушных сил России – это праздник летчиков, инженеров, конструкторов, техников, ветеранов и тех, кто сейчас в строю. В этот день чтят не только погибших в годы Великой Отечественной, но и сегодняшних бойцов, которые совершают подвиги в зоне специальной военной операции. В честь Дня военно-воздушных сил чтим память всех тех героев, которые творили эту великую победу. Ну и, конечно, сегодня мы говорим о всех военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. И ровно точно так же, как наши отцы и деды, прадеды завоевывают для нас самую важную победу. И я уверена, что все наши горожане переживают и за тех мобилизованных, и за контрактников, и за кадровых военнослужащих, которые сегодня защищают рубежи нашей страны. Минутой молчания мытищинцы почтили всех погибших, кто ценой своей жизни приближал победу в военные годы. Затем участники митинга возложили красные гвоздики к подножию памятника. Во-первых, это память, которая передается из поколения в поколение. Это очень важно. И также мне само это нравится, потому что я горжусь своей страной. Вот эта вот гордость, мурашки по коже, возложение цветов. Я все это очень люблю. В первую очередь гордость, потому что люди, ну, наши, так сказать, соотечественники проявляли такие подвиги, и мы в наше время должны это помнить. Мы проводим митинги, различные мероприятия, посвященные памяти прошлых лет. Это радость, это, я еще раз повторюсь, гордость. Ты чувствуешь себя частью чего-то огромного, великого. Даже вот может показаться, что это все вот в маленьких масштабах, но когда ты видишь количество людей, количество вот этих реки цветов, количество вот этих ленточек всяких, то берет гордость. Этот праздник для городского округа Мытищи поистине особенный. Уникальный памятник, которому сегодня возлагали цветы, это учебно-тренировочный самолет По-2, взлетающий в высоту. Азы летной науки на нем постигали курсанты Мытищинского аэроклуба. В числе его воспитанников немало настоящих героев. Нина Распопова, Анатолий Кадымцев, Алексей Алилюхин, Георгий Байков. Имена пилотов школы, которые стали героями Советского Союза, высечены на мемориальной доске памятника. Анна Смирнова, Максим Силаев, Андрей Капустин. Первомытищинский.